Почему Латвию постоянно путают с Литвой? Я ни разу не слышала, чтобы Литву перепутали с Латвией, но, по-моему, Латвию называют Литвой постоянно. Вчера с подругой обсуждали эту тему и вот выдвинули такую версию, что, может быть, просто Литва проще произнести, чем Латвия. В слове Латвия 7 звуков, а в слове Литва 5 звуков. Может быть, это просто такое свойство нашего мозга все упрощать, сокращать. Но ведь путают же не только носители русского языка, путают немцы, канадцы, чехи, все кто угодно, кроме, мне кажется, тех людей, которые просто непосредственно связаны с той или иной страной. Почему? Как так получается? Я не понимаю. По-немецки Латвия будет ⁇ Летланд ⁇ а Литва будет ⁇ Литоуэн ⁇ И мне кажется, что ⁇ Летланд ⁇ произнести проще, чем ⁇ Литоуэн ⁇ Но как только немцу я говорю, что я жила 8 лет, в Летланд, он у меня спрашивает, ну как тебе понравилось в Литауэн? Ну почему происходит такая подмена? <свят> в английском языке, мне кажется, Летвия произнести еще проще, чем Литвения. При этом неважно, ты общаешься с носителем английского языка или с кем-то, кто просто хорошо владеет английским. Почему-то Летвия в диалоге всегда превращается в Литвения. Как? Мне непонятно. Когда я уезжала из Германии, когда я закончила учебу и уезжала из общежития, мне нужно было оплатить счет за телефонные переговоры. У меня тогда в комнате был стационарный телефон, и я часто звонила с него в Латвию. Так вот, перед отъездом мне выдают счет. Там написано время и дата звонка, как долго длился звонок, номер, по которому я звонила и целая такая колоночка. Литауэн, 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 Литауэн. Я говорю, я ни разу в жизни не звонила в Литауэн. Мне говорят, как не звонила? Я говорю, ну я не звонила в Литауэн. Ну из твоего, как бы, с твоего номера, из твоей комнаты были звонки. Я говорю, я звонила в страну под названием Летланд. Они а в Литовен. Ой, ну мы не знаем, как там так получилось, какая разница, бла-бла-бла-бла-бла. Я, если честно, так расстроилась и так немножко разочаровалась в немцах. Ну, как же так? Немцам же не свойственно ошибаться, они же редко что-то путают, у них же все строго, все по правилам, все четко. А тут на тебе в документе ошибка. Вместо Летланд написано Литаун. В общем, я не понимаю, как так получается, почему Латвия постоянно превращается в Литву, при этом неважно, с кем ты разговариваешь, на каком языке. Если у кого-то есть какие-то адекватные версии, почему так получается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Спасибо.